Новосибирский зоопарк принял участие в экологической акции «Час земли». Накануне вечером на один час там отключили освещение на аллеях и центральной площадке. А днем горожане чистили клетки и дорожки от снега. Десятки новосибирцев, взрослых и детей пришли помочь сотрудникам зоопарка навести порядок в клетках. Уже скоро в летние вольеры будут переселять птиц, некоторые породы кошек и других животных. Сейчас всю эту территорию нужно очистить от снега. Работы много, поэтому в зоопарке рады любой помощи. Следующую масштабную уборку здесь планируют устроить в апреле, когда снег уже растает. Этот год, да, там объявлен годом волонтера, поэтому надеемся, что в этом году в разы увеличится количество волонтеров, и мы будем проводить субботники каждую неделю. У нас уже есть заявка там от тоже экологов, порядка 1000 человек. Они готовы там школьников подключить и там в апреле прийти на такую массовую уборку. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!